В этом видео мы хотим рассказать вам об очень красивой и элегантной птице. Глядя на нее, вы, вероятно, согласитесь, что она могла бы обитать в Эдемском саду. Ведь не просто же так ученые дали ей имя «Райская мухоловка». Но сперва хотелось бы сделать небольшое отступление и заметить, что существует как минимум 15 видов райских мухоловок, которых ученые включили в один род. Поэтому, чтобы отличить именно эту мухоловку от других, орнитологи называют ее длиннохвостой. Род райских мухоловок входит в семейство монарховые. В этом семействе около 100 видов. Такое пояснение необходимо, так как существует огромное количество и других мухоловок. Например, в семействе мухоловковых есть синие мухоловки, серебристые, саванные, пестрые, лазурные и так далее. Вернемся к длиннохвостой. Эта красивейшая птица распространена в густо поросших лесах Азии. Ее можно встретить в областях от Туркестана до Индии, в Северном и Восточном Китае, а также на различных островах индонезийского архипелага. Из-за такого широкого ареала обитания орнитологи разделили ее на 13 подвидов. Хотя описать эту птицу несложно, но из-за различных подвидов окраска может быть очень изменчивой. Кроме этого, цветовая гамма самца и самки сильно отличается друг от друга. Оперение самок красновато-коричневое, горло светло-серое, а брюхо светлое. Посмотрев вот на эти фотографии, вы сами сможете оценить окраску взрослого самца и сравнить его цветовую гамму с самкой. Важно также отметить, что молодые самцы до 3 лет имеют схожую с самкой окраску, но у них другие хвостовые перья. Длина тела взрослой райской мухоловки примерно 20 см, однако у самца на 2-м году жизни вырастают 12 хвостовых перьев длиной 24 см. С 3-го года жизни его оперение становится белым, а 2 центральных хвостовых пера удлиняются до 30 см. И у самца, и у самки на голове имеется хохолок. Его положение может выдавать настроение и эмоциональное состояние птицы. Клюв широкий, мощный, голубовато-рогового цвета, с более темным крючочком на надклювье. Основная пища райской мухоловки, впрочем, как и у всех видов мухоловок, это различные насекомые. Мухоловки любят ловить их на высоте нескольких метров над землей. Эти птицы очень любят принимать ванны. В сухую погоду они по нескольку раз на день слетаются к лужицам и мелким ручьям, чтобы освежиться. Длиннохвостые мухоловки – птицы моногамные. После образования семейной пары оба ее члена начинают активные поиски подходящего места для обустройства гнезда. Оно должно быть хорошо защищено от хищников и скрыто от посторонних глаз. Сделав выбор и обозначив территорию, райские мухоловки всячески стараются не допустить другие семейные пары своего вида к будущему жилищу. Обычно гнездо строится на высоте 2-3 метра над землей. Материалом для хрупкой конструкции служат тонкие корни, ветки, прутики, листья, травинки и мох. Каждый день самка откладывает в гнездо по одному яйцу в течение 3-4 дней. Затем около 2 недель самка совместно с самцом попеременно насиживают яйца. Когда вылупляются птенцы, примерно столько же времени родители их выкармливают. Когда малыши подрастают и становятся достаточно крепкими, чтобы летать, взрослые птицы начинают активно кружиться над гнездом, издавая призывные звуки. Так они стараются подтолкнуть птенцов к первому самостоятельному полету. После того, как детки осваиваются с новой для них жизнью, родители еще в течение нескольких дней подкармливают свое потомство, помогая ему постепенно вписаться в сложную и полную опасностей взрослую жизнь.